У-ху! Хаюшки, дорогие друзья, меня зовут Ян Райнс, и мы с вами продолжаем побеждать в наших с вами боях под названием Punch Club. Окейушки, я тут немножечко потратил время, немножечко все это дело постарался довести более-менее до ума, хотя бы до среднего. В общем, у нас с вами сейчас, на данный момент, есть 9 силы, которые, естественно, со следующим же днем пропадут. Есть 14 ловкости, которые аналогично со следующим днем у нас пропадают. И есть 8 выносливости. Более-менее среднячок у нас готов. Немножко я тут покупал апгрейдиков разных. Купил здесь понты у нас полностью. Купил все кинонаграды. У нас теперь дают довольно много... Как мы с вами видим, довольно много нашей известности, довольно много денег дают нам за рекламу. Так что это дело у нас все с тобой хорошо. Денег я тут тоже немножечко подзаработал, так что нормально. Есть у нас с тобой полная известность, и мы снова можем ринуться в бой. Давай же, приступаем. Опять у него, видишь, показатели намного лучше наших. Намного, но я надеюсь, что наша школа... Наша с тобой торопливая школа тигра не подведет. Я делаю ставку именно на нее. Но походу я ошибся опять в который раз. Не может быть. Пожалуйста, нет. Какого черта? У него же энергия, смотри, все уже закончилось. Да как так-то, твою мать, и у нас раньше. Ну этого просто быть не может. Во, давай. Я не знаю почему, мне кажется, у нас с тобой есть все шансы выиграть. Я прям уверен в этом, я прям на это надеюсь. Не зря же я потратил время на прокачку его. Ну же, твою мать! Как так-то? Опять мы с тобой проиграли, походу. Не может быть. Фулл энергия у нас с тобой. У него этого дела мало, но опять же. У него показатели-то лучше наших. Пожалуйста, давай, ну же. Да как так-то, твою мать? Слушай, ты издеваешься, что ли? Ну, хотя бы мы выиграли 250 бачей, которые нам, в принципе, пока не нужны с тобой. Слушай, ну это беспредел какой-то, я тебе скажу, серьезно. Давай, ладно, сожрем икру. Здоровье у нас опять в минусе, энергия в минусе, твою мать. Еще и потеряли сотку рейтинга, ну как так-то, а? Что ж нам так с тобой не везет? Сейчас день пройдет, потеряем и ловкость, и силу, и выносливость. Слушай, ну это тогда очень много надо, это реально, это просто нереально, я бы даже сказал, сделать. Ну посмотри, все потеряли мы, все, что можно, все потеряли, просто просели. У меня тогда один вариант остается, малейший такой вариант, забить на всю эту хрень и просто тупо максить ловкость до беспредела. Просто по-черному максить ловкость. Потому что у нас школа ловкости, потому что сила, выносливость, как ты видишь, нам особо не помогли. Я довел это дело до ума. У нас даже с тобой перк был, который нам не позволяет это дело повышать выше восьмерки, но каким-то чудесным образом я смог повысить силу до девятки. Я не знаю, как так произошло. Видимо, нам с тобой ничего не остается, кроме как забить на все это дело и максить ловкость. Будем ее... до предела, просто до бесконечного качать, сколько сможем. Отнимается она просто нереально, то есть вот я смог только до 14 поднять, потому что потом она просто в никуда улетучивается. Ладно, хрен с ним, давай забьем на силу, забьем на выносливость, будем использовать те спортивные инструменты, которые у нас дают хотя бы по одному или по два пункта, и в котором обязательно будет ловкость. Ладушки, тогда так и будем делать, так и поступим с тобой сейчас. Выхода я другого у нас не вижу. Как ты видишь, я прокачал уже все, что можно. Ничего нам с тобой не помогает. Это дело все очень плохо на самом-то деле. Ну давай, благо у нас есть маленькая груша, есть скакалка и есть турник. Которые хотя бы по два пункта нам качают одновременно и выносливость, и ловкость. Сила, выносливость, они нам не помогают абсолютно. С нашей техникой нужна именно ловкость, как я понимаю. Все остальное качать бесполезно. Да, оно вносит свои такие, знаешь, небольшие нюансики, небольшие проценты. Как бы влияет на силу всех ваших ударов, но толку от этого немного. Поэтому я предлагаю тогда забить хрен на все остальное и качаем сейчас мы с тобой ловкость. Давай это дело за максимум.
Я не знаю, сколько нам надо. Я, наверное, думаю, что где-то двадцатку. Где-то двадцатку, наверное, будет лучший вариант для нас с тобой. Будем надеяться, что с двадцаткой мы будем бить просто очень-очень-очень-очень точно. Будем уворачиваться от каждого второго удара. Будем с тобой мега-доджерами. И будем надеяться, что нам люлей не дадут. Прям-таки сразу. Опять же, выносливость у нас сейчас пропадет. Выносливости мы с тобой проседаем. Но, как я и говорил ранее, она нам, собственно, не нужна. Она нам бесполезна. Если бы мы были по школе черепахи, то, может быть, выносливость нам бы была и полезна. Мы бы были такие бронированные с тобой танки. Непобедимые, непроходимые, неубиваемые. Но нет. Мы с тобой качаем ловкость. Поэтому идите все нахрен. И сила, и... выносливость. Эти два пункта идут у нас нахрен, мы их даже не будем учитывать. Хотя у нас так получается с тобой, что видишь, помимо ловкости мы будем качать выносливость в любом случае, потому что у нас иного варианта нету. Но пускай хотя бы так. И самое забавное, что у нас с тобой стоят перки, увеличивающие дополнительный процент на прирост ловкости. Но это нам особо-то не помогает, как ты видишь. Мы больше теряем с каждым днем, чем нарабатываем. Вот это очень печально, это не очень прикольно. Потому что хотелось бы как-то все-таки двигаться дальше, видеть, так сказать, прогресс, а не вкалывать ежедневно на эту ерунду, которая потом после дня окончательно отнимается у нас с тобой. Ну, по крайней мере, мы уже получили пятнашку, надеемся, что сейчас ее у нас не отнимут. Хотелось бы в это верить. Так, хорошо, что? А у нас все закончилось. Давай, давай, пойдем поедим с тобой. Восполним нашу энергию, наверное, немножко. Так, давай, курочку, ягненочек, кофеечек, все это дело. Давай, я предлагаю сейчас... заработать награду в виде репутации. Потому что нам перед боем она все равно понадобится. Давай, хрен с ним. Заработаем, пускай будет это дело у нас с тобой. Подожди, прекратить. А мы можем сейчас бонус купить? А почему? А, не хватает. Ха-ха, умно. Я думал 375, сейчас бы мы с тобой купили бонус там. И у нас бы еще с тобой хватило энергии на бой полностью. Давай, кофеек выпьем. Время тратить не будем, мы с тобой опять просели в ловкости, нам это дело надо срочно. Сейчас еще и в силе просидим, но сила нам абсолютно не помогает. Мы с тобой это уже проверили, я просто думал сделать, знаешь, немножко такого баланса, думаю, ловкости есть неплохо. Подкачаем еще силу и выносливость, и будем такие среднячком и не просядем. Нет, хрен там плавал, просели, да еще и как. Очень быстро слились во втором раунде, это все печально на самом-то деле. Так что у нас с тобой одна надежда на ловкость. Ловкость, мы в тебя верим, ловкость, мы выбираем тебя. Хорошо, замечательно. Давай сюда. Энергия у нас с тобой опять проседает. Это дело плохо. Ну, в принципе, я понимаю, что где-то примерно за 3 дня мы будем один пункт набирать. Приблизительно где-то так. Правда, вот энергия нам этого сделать не позволит. Вот сейчас опять, смотри, ляжем поспать, день пройдет, и все, и пятнашки как и не бывало. Не хочу, не хочу, но придется. Без энергии дело плохо. Плохо, что у нас кофе-то так мало в холодильнике появляется. Можно было бы как-то и побольше это самое сделать. Так, ладушки, давай подъем. Погнали, перекусим. День еще не закончился, так что есть возможность не потерять пятнашку. Дичь, икра. Икра с дичью, твою мать. Давай, давай, погнали. Что у нас здесь, я не помню, груша у нас работает? Работает, замечательно. В силе опять мы уже просели с тобой. Выносливость тоже проседает, но пускай так будет, ничего страшного.
Там на самом деле, для этой школы, для нашей ловкой, там эта сила прибавляет, может быть, ну, к примеру, мы с тобой на минимальной силе били там ударом ноги, например, 7 дамаги, да? А если на прокачанной силе, на полной, мы бьем, например, я не знаю, 12. То есть, разница там в 2 дамаги нам особую роль не сыграет, поэтому наша задача иметь хорошую ловкость, чтобы уворачиваться от ударов и в ответку наносить как можно больше урона. Но печально то, что мы в прошлый раз имели 17, по-моему, ловкости, все равно фиданули. То есть меньше 20-ки, я так понимаю, делать там нечего абсолютно. Давай. И вот вся проблема в том, что нет дополнительных никаких боев, за которые бы давали скиллпоинты. Я, может быть, чего-то не понимаю. Хотя, я вот не помню. Слушай, по-моему, кстати, за участие в кинофильме дают скиллпоинты. Надо это дело потестить. Потому что без удара кобры, серьезно, нам там делать абсолютно нечего. Давай, давай, пока не просели, пойдем попробуем принять участие в кинофильме. Параметры у нас с тобой более-менее терпимые. Давай, попробуем принять участие. Поехали. Надеемся, что не проиграем. Хотя бы первую-то награду заберем. Вот честно сказать, я не запомнил реально. Если тут дают скиллпоинты, тогда это все хорошо у нас с тобой. Нам нужно будет набрать необходимое количество, выучить удар кобры и все. И это будет, я думаю, решающим фактором. Мы с тобой будем просто непобедимы. Будем уничтожать всех этих инопланетян, борцух, кого угодно. У нас с тобой будет секретная комбо. Но пока мне что-то не нравится, что здесь происходит. Какого-то черта слабенький инопланетянин умудряется нам надавать по лицу. Какого черта? В ответку ему быстро. Молодец. Давай, хорошо. Пока еще держимся, пока все не так плохо. Да, смотри, 10 скиллпоинтов дают. Ничего себе. Продолжаем. Надо было раньше эту тему провтыкать. Замечательно, замечательно. Это нам даст хорошую дорогу в будущее. Потому что на наших показателях мы бой явно не выигрываем. Проседаем мы очень и очень сильно. Рисковать мы в этот раз не будем, как мы в прошлый раз с тобой зафейлились, попытались рискнуть, все потеряли, все показатели наши просели очень сильно в этом деле. Поэтому в этот раз мы с тобой будем умнее и будем забирать первую награду, которая у нас здесь есть. Ну все, падай давай, хорош. Давайте мне мою награду, давайте мне мои 10 скиллпоинтов, я это дело забираю. Да, смотри, десятку дали. Замечательно, здорово, классно. Мы можем выучить прием. Техника мимо. Угу. Давай. Да, 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 берем. Хорошо. Все, нам нужно 25 и взять удар кобры. И все, и мы станем непобедимыми. Но это я так думаю, на самом деле. Я не представляю, что играю первый раз в эту игру. До этого никогда не играл, не смотрел никаких прохождений. Поэтому все, так сказать, делаем с тобой на интуиции. Интуитивно понятным мышлением мы испробуем все наши возможности прокачки персонажа и пытаемся выбрать для нас самую оптимальную. И как мне лично кажется, выбрать вот этот удар кобры будет очень даже хорошим решением. Я думаю, это будет замечательная прибавка к нашей коллекции ударов. Правда, что нам заменить с тобой, я не знаю, но у нас там, по-моему, удар в кадык был или что-то связанное с кулаками, в общем, мы это дело заменим. Так как у нас перки на удары ноги, мы с тобой тэквондисты. Давай, 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 давай. Сейчас мы с тобой это дело повысим до 16 попытаемся. Посмотрим, можем ли мы принять участие опять в кинофильмах в этих съемках. Нам нужно с тобой... Сколько мы смотрели? Нам нужно 25. Дают десятку, да, за каждое участие. То есть... Раза три нам придется с тобой принять участие в этом деле. Но ничего страшного, хорошо. Пускай будет 3, так 3. В принципе, это дело не вопрос. Давай глянем. Ага, через один день. Репутация у нас позволяет принять, деньги у нас есть, с этим особо заморачиваться не будем. Давай, не будем тогда, действительно, пойдем на прокачку.
Параметры у нас пока, в принципе, неплохие. Поехали, давай. Выносливость, конечно, тоже штука полезная, но... нам все-таки ловкость перспективнее качать, потому что, как мы с тобой уже убедились, это не работает. Максить все показатели, пытаться сделать оптимальными, это хреновый себе вариант. Прям вообще никакущий, абсолютно. Так, а что у нас с тобой еще? Там больше здесь ничего нету, да, чтобы так прям... усердно и упорно давало нам... Так, нет, подожди. Давай на маленькую грушу. Плохо, что вот у нас только одна маленькая груша дает нам ловкость непосредственно. Хотелось бы какой-то вариант поиметь посолиднее, чтобы была маленькая груша, там еще что-нибудь, что давало нам только ловкость одну, чтобы мы могли ее максить как можно больше. Так, ладушки, пойдем. Пойдем перекусим, восполним энергию кофейком, если он там есть. Конечно, есть. Давай так. Так, кофеечек, замечательно это дело. И пойдем на съемки за скиллпоинтами, конечно же. Ну вот, видал? Ловкость у нас у ворота и ответка. Замечательно, действительно это дело хорошо работает. Значит, все, забиваем на все остальные параметры максимум ловкость по полной, как только можем. Правда, энергия заканчивается. О, все, замечательно, ответкой дали ему автоврейп. Хорошо, давай. Да, слушай, неплохо раздает. Мне нравится пока что. Ай-яй-яй-яй, пропустили. Все, нормалек, молодец. Продолжаем, следующий бы опять десятка, да... до 25 нет, долго слишком. Да мы с тобой и четвертую эту награду забрать не можем, в принципе, если так подумать. Хотя смотри, раздает неплохо, но рисковать не будем, наверное. Лучше в этот раз пойдем стабильным путем. Да, смотри, для нас ловкость это все. Ничего, нормально, выдержим. Так, ну все, я думаю, на втором раунде он огребает у нас. Хотя у него энергии-то дохренища. По сравнению с нами. Все, готово дело. Забираем награду, замечательно. Давай это дело забрать. Хорошо, здорово. Идем на прокачку. Давай, ловкость нашу. Ну что ж-то, она не обновилась. Как так-то, как так-то? Плохо все это дело. Ну, по крайней мере, мы с тобой уже на шестнашку вышли. Уже неплохо. Так. О, замечательно, обновилось здесь. Хорошо это дело. Ну да, такими темпами мы, в принципе... довольно далеко пойдем, я на это надеюсь. Так, что, обновилось, нет? Нет, увы, не обновилось. Только половинка здесь. Ну, пускай хотя бы так. Сейчас день пройдет, обновится, мы пойдем перекусим, кофеечку возьмем, подзарядимся, так сказать, и в бой. Как так-то, еще не закончилось, да? Ну давай, ладушки, отжимания тогда пускай так будет, почему нет? Хорошо, это дело обновилось. Пойдем посмотрим, что у нас в холодильнике появилось. Заглянем, так сказать, в это дело. Холодильник. Ничего нет. О май гад. Ха-ха. Давай тогда отдохнем, наберемся энергии. Я думаю, сильно мы не просядем в этом деле. Все, хорошо, погнали. Давай, надеемся, что здесь обновилось все у нас. Ну, почти обновилось. Ну, нормально, сойдет.
Так, давай сюда, на турничок. Оп! 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 Малорик мой, хорошо! Так, замечательно, 17-ку мы с тобой взяли, это все дело хорошо и круто, но день пройдет, мы ее потеряем, только не это, не хочу терять 17-ку, серьезно. Как так-то? Нет, пожалуйста, только не 17-ка, твою мать. Ай-яй-яй, потеряем сейчас. Да, мы уже потеряли 1 силы, но сила для нас не пугающая вещь. 17-ку мы сейчас отвоюем быстренько, я надеюсь. Через 2 дня, то есть у нас на следующий день, можно опять принять участие в съемках фильма и забрать еще наши 10 с тобой скиллпоинтов. Но этого нам не хватит на приобретение нового удара, на который я делаю большую ставку. Так, пойдем, поедим, почему нет? Давай, давай, хорошо. Оп, курятинка, ягненочек и кофейчанский. Замечательно это дело. Хорошо, пойдем. Так, груша, ты у нас обновилась, расскажи нам. Нет, увы, но не обновилась она. Печально это дело, конечно. Так, на следующий день мы с тобой пойдем за скиллпоинтами. Сейчас мы докачиваем все это дело. Ну, хотя бы так. Так, давай на скакалку, что у нас здесь? Ну, тоже неплохо. Давай на ковер. Чуть-чуть сделаем. Всеобщее развитие нам уже не помогает, как мы с тобой поняли. Оно бесполезное, по сути своей. Наша с тобой задача ловкость быстренько набрать. Давай, жену же, набирай ее. Почему оно так долго обновляется, я не могу понять. Хотелось бы полными пунктами все это дело накачивать. А то такими темпами мы не сможем из 17-ки вылезти довольно долго. Надо не проворовать момент, что мы сейчас с тобой можем же принять участие, правильно, в съемках фильма. Давай вот так еще немножко сделаем. Ладушки, пойдем принимать участие, забирать нашу с тобой награду. Рейтинга у нас должно хватать на принятие участия. Да, конечно, смотри, хватает. Пойдем в бой. Да, смотри, видишь, в силе мы просели, но при этом начали качать ловкость. И все равно по дамагу мы имеем хорошее преимущество. Несмотря на то, что у нас сила начинает проседать потихоньку, постепенно она проседает. Так что все это дело у нас с тобой хорошо. Давай! Бей! Ну же! Мы в тебя верим! Атакуй! Ну что ж ты будешь делать-то? Меня вот очень сильно смущает наша энергия. Она все время почему-то ниже, чем у противника. Но это связано с тем, что у нас додж отнимает много энергии. Замечательно, я думаю, сейчас не проблема его разделать будет. Заберем 10 очков, и через 2 дня мы сможем забрать еще 10-ку и наконец-то выучить наш с тобой долгожданный удар кобры. Я думаю, с ударом кобры дело пойдет очень все легко и просто. Если он действительно делает то, что там написано, то есть он действительно вешает дот, который будет наносить противнику урон с течением времени, то есть я его ударил, он продолжает бить, и ему все равно наносится урон. Давай забираем это дело. Замечательно, классно. Нам не хватает всего-то 2
чекпоинта, что печально. Ну, давай, давай перекусим, давай пополним энергию, если там есть кофеек. И через 2 дня давай курочка, ягненочек и кофеек. Замечательно, пойдем. Попытаемся до 18 довести нашу ловкость. Так, давай на скакалку. Нет, до 18 мы с тобой не доведем сейчас, но ничего страшного. Так, значит, на 171 день мы уже можем получить наш заветный с тобой приемчик. Я реально, я его очень жду, мне он нравится как по описанию, так и по действию, то есть дот это всегда приятно, дот это очень замечательно. И сам это видишь, замечательная фишка его в том, что мы с тобой играем за доджера, а когда ты вешаешь дот и уворачиваешься, это преимущество на твоей стороне просто очевидное, потому что ты как бы уворачиваешься, в тебя попасть нельзя, и при этом противник, даже если в тебя, ну, даже если он по тебе не попадает, он в любом случае получает урон, вне зависимости от того, работает обратка, не работает. И это очень, мать его, приятно, это очень-очень дает нам большущее преимущество. В любой битве, даже против суперсильных противников. Я так понимаю, что когда мы получим этот удар, мы сможем наконец-то победить нашего первого врага в нашей рейтинговой таблице. Который там супер-пупер прокачан, у которого там 11, хрен знает сколько там. Небесное количество всякой хрени. Там просто уже папка-нагибатор такой. Ну я думал, здесь все как-то будет попроще, а тут оказывается действительно, чем дальше в лес, тем хуже-хуже становится у нас с тобой. Противники все серьезнее, опаснее, просто громилы какие-то собаки. Давай, докачаемся, лишь бы не отняли. 18 у нас есть, дает нам гигантское преимущество. Не отнимайте, пожалуйста, 18-ку. Мудаки, а? Как так-то? Как так-то? Нет, нет! Тут осталось-то капелюшечку маленькую, ну же, давай. Хоть бы там было кофе, пожалуйста. Если там есть ягненок и кофе. Твою мать, а? Как все плохо-то, как все плохо-то. И 171 день, можем принять участие уже. Ну давай, ладно, попытаемся. 18-ка! Ну же! Где? Есть! У-ху! Классно! Давай, теперь принимаем участие, забираем. Надеемся, что забираем нашу награду и получаем новый приемчик. Ты посмотри, как выдает! Посмотри, как выдает комбо! О май гуднес! It's fucking crazy! Да, слушай, ловкость решает определенно у нас с тобой. 15, а здесь сколько у нас? 11? 15, опять же, да? Удар в кадык, а вот хрен его, кстати, знает. Ну это видишь, тоже 15, но за минусом энергии. Пускай пока так будет, ладно, давай. Потом ближе к делу разберемся. Нам все-таки невыгодно просто брать удар рукой, потому что у нас перк, увеличивающий дэмэдж с ноги. Хорош, молодец. В принципе, потери незначительные, а мы с тобой продолжаем. Нам вот этого последнего убить, забрать нашу награду, и можно вообще хрен забить на эти бои, в принципе, я так понимаю, если нам удастся победить с помощью нового приема нашего первого врага. Будем на это надеяться. Да, все, это тоже огребает. Я думаю, на втором раунде он уже сольется. Особая угроза он для нас больше не представляет. Благо, у нас теперь есть и деньги, и энергия. Тратиться нам особо не придется. Ну, неплохо, когда у нас нет энергии ударить на 22. Но это тебе не поможет, дружище, никаким образом. Все. Отдыхаешь, до свидания. Замечательно, забираем награду.
У-ху! 33 скиллпоинта! Наконец-то дождались, ребятушки, дождались этого момента, когда можно взять наш офигеннейший суперудар! Та-да-да-да-дам! Барабанная дробь! Удар кобры! Отравляющий удар, постепенно лишающий противника здоровья в течение всего боя! Представляешь, один удар и все! Давай, берем это дело. Все, классно, теперь я доволен. Теперь это просто супер. Поставить его мы можем только потом, поэтому пойдем немножечко отдохнем. Подкачаем ловкость, чтобы не упало. И попробуем, испытаем этот удар прямо сейчас. Примем, так сказать, участие с тем опасным и суровым мужеланом, который нас с тобой два раза уже побеждал. Третьего раза не будет. Нет, не дадим. Не дадим врагу пройти третий раз. Главное, сейчас 18-ку не потеряем, и все хорошо у нас будет. Давай, 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 давай. Ну, сейчас, конечно, потеряем, но мы ее подкачаем, успеем. Так. Давай. Отлично, все, пойдем, пойдем, пойдем. Нам надо еще потратить, видишь, много времени, чтобы получить 350 нашего рейтинга. Это немножечко не очень приятная новость, но терпимая. Давай, пойдем зарабатывать этот рейтинг. Видишь, не хватает немножко. Давай 500 баксов потратим на это дело. Устроим вечеринку. Уху! Тиц, 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 ти-ди-ди-ди-диц. Уху! Тиц, тиц, ти-ди-ди-ди-ди-диц. Давай, все, классно это дело, завершай, ну же. Ха. Хорошо, все, погнали, пробуем, файт. Новый удар, где ты? Покажись мне, хороший мой, где ты? А, это что? Техника мира, смотри-ка, у нас есть техника мима, точнее даже. Персонаж аккумулирует урон, давай попробуем, давай уберем вот это дело, поставим технику мима. Удар кобры. 11 Йокогири или Тоби Майгири. Давай, уберем Йокогири и поставим наконец-то вот это. Все, будем надеяться, что нам это поможет. Была не была, хрен с ним, погнали. Давай, примени удар-то новый, покажи нам его, как он выглядит-то. Да, работает, смотри, работает, он теряет хп, травится. Ха-ха, работает, ты посмотри на это дело. О май годнес, не зря я его ждал. Смотри, работает эта фишечка, работает, твою мать. Так все, мы побеждаем, посмотри, посмотри на это, посмотри. О май гад, просто уничтожаем его в дребезги, все. Нам уже ничего не надо, ни сила, ничего. Он просто затравится. Мы с тобой все, стали мега-ассасины с отравленным клинком. Я бы даже сказал, с отравленной ногой. Косарь, заработали. Замечательно. Слушай, все, вот это классно. Вот теперь я по-настоящему доволен от того, что здесь происходит. Хавать нам не надо, выпьем кофейку и пойдем прокачивать ловкость уже до максимума. Но сделаем мы это с тобой уже в следующей серии. Поверь, дальше будет очень интересно. Самое интересное только начинается. Так что, ребятушки, спасибо, что смотрели. Если вам нравится, то не забываем оставлять комментарии под видео, ставить большущие пальцы вверх и, конечно же, подписываться на канал. Всего хорошего, друзья мои. Пока-пока.